Безвозмездные курсы для желающих получить профессиональные навыки гида-экскурсовода организованы государственным университетом. Занятия, которые в республике проводятся впервые, проходят в онлайн-формате. В тонкости профессии курсантов посвящают российские специалисты. Идейный вдохновитель организации курсов – общественный деятель, экскурсовод-любитель Юрий Бетеев, по словам которого туризм в Южной Осетии поступательно развивается, что предполагает острую необходимость в специалистах по этому направлению. Туризм в государстве Алания развивается потихоньку. С Гуром Карсановым мы реально, люди, которые работают с туристами уже более 7-й год. И для нас потребность появилась, чтобы мы подключили новых гидов, потому что и поток увеличивается постепенно, с каждым годом, учитывая внешние политические моменты вокруг Российской Федерации. И мы должны подготовиться к приему гостей. Да, это не будет завтра, послезавтра, но это будет, и мы должны быть готовы к приему гостей. И таким образом появилась инициатива у меня, идея. Я обратился к руководителю ЮГУ Владимиру Ботазовичу. Он принял двумя руками за. Он сказал, мы участвуем в этом процессе, потому что это для развития нашего государства. Поставленная грамотная речь, коммуникабельность и чувство юмора – необходимые качества для идущих в профессию. Гид-экскурсовод должен подавать информацию, обладая умением заинтересовать туриста, удерживая его внимание. Однако самое главное – знание истории, культуры и традиций. В этом курсантам помогут югостинские историки и преподаватели вуза. Первые две недели сейчас курсы будут дистанционные, а потом уже местные кулбегов Роберт Петрович, Табы, Ванель Георгиевна. Вот они будут проводить уже здесь, на месте, еще другие будут привлечены. Мы с Гурамом уже реальные занятия проведем, как с людьми общаться. Там это. Здесь будет будут вопросы по спасению, первая медицинская помощь, потому что это очень важно. На самом деле мы с этим сталкивались. Желающих пройти курсы экскурсоводов много. Регистрацию на обучение прошли более 30 человек, среди которых и члены клуба «Аполлон». Анна Кукоева, сотрудник Минэкономразвития по направлению туризма, считает знания в этой сфере необходимыми, так как туристический потенциал Южной Осетии, по ее словам, велик. Это очень актуальная профессия, и, к сожалению, у нас нету профессиональных кадров в этой сфере. И очень, конечно, было бы здорово, если бы те, кто сегодня будет обучаться, серьезно взялись за работу и продолжали в этой сфере развиваться, потому что Южная Осетия имеет большой потенциал в сфере туризма, вот, и кадры такие нам очень необходимы. Продолжительность курсов 6 месяцев. По завершению обучения каждому участнику будет выдан сертификат гида-экскурсовода, что позволит пополнить туристическую сферу республики профессиональными кадрами. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня.